луковицы лилии Гайгвард высаживают на глубину примерно 15-20 см. Место выбирают солнечное, защищенное от сквозняков, без застоя влаги. Почву вокруг растений не рыхлят, а мульчируют компостом. Каждый цветок имеет почти идеальную форму и состоит из немного волнистых лепестков. Диаметр раскрытых бутонов достигает до 10 см. Цветы окрашены в конфетно-розовый оттенок, по центру проходит широкая темно-розовая полоса, дополнительно на лепестках есть миленькие точечки. Аромат лилии Гайгвард яркий, характерный, со сладковатыми нотами. Лилия Гайгвард – это травянистые высотой 90-120 см, диаметром 25 см. Цветет растение в месяц июнь, июль, август. Окраска цветка красно-желтая. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 15 см. Летом листва зеленая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт.